Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие гости и подписчики моего канала. Продолжаем сборку М-ки. Что, хотел снять одно видео, как я делал сколы внизу машины по дну, по днищу. Хотел показать, как сделал бампера. Но по техническим причинам не смог отснять это видео. Ну, сейчас вкратце расскажу. Сколы по низу, по граням машины я делал спонжиком, черной глянцевой краской. Вот. По бамперам прошел хромом, хромированным. Вот. Сделал отражатели фар, снял маски со стекол, подготовил к покраске задние фары. Ну, вот такая вот получается эмочка. Довольно-таки красивая. Делал я это спонжиком, макал в краску и такими движениями проходился по граням. Ну, сейчас что нам осталось? Осталось сделать пигменты. Хочу нанести пигменты под крыльями автомобиля и хочу нанести пигменты на колеса. На колеса, чтобы их уже поставить, чтобы машина была в сборе готовая. И покрасить хочу задние фары сейчас. Ну что, начнем делать. Буду использовать для покраски фар Томиевский лак X27, прозрачный красный. Уже сколько раз пробовал делать фары, больше всего мне понравилось сначала проходить хромом или серебряной красочкой, а потом сверху уже делать лаком. Тогда он как-то более натурально смотрится, как будто фара с отражателями. Так вот, легкими движениями руки наносим лак. Потом подсохнет, можно подправить будет по граням. Так вот получаются фары. Ну, сейчас будем наносить пигменты. Пока фары будут подсыхать, будем наносить пигменты. Начинаю наносить пигмент с колес. Пигмент использую старая резина. Натираю пальцем. Сначала натираю пальцем, смотрю, как получается. Если вдруг что-то плохо получается, тогда уже развожу с white спиритом. Если получается нормально, хорошо, то тогда натираю пальцами, как мне пальцами больше нравится. Вот. Кто-то кисточкой, ну, смотря какие работы. Вот именно резину. На танках катки
гусеницы. Мне больше как-то нравится все-таки руками натирать. Протектор хорошо был виден. А потом уже растушую кисточкой. Лишнее смахну. Можно сейчас попробовать и кисточкой сделать. Посмотреть, что из этого, как кисточкой получается. Сначала я просто наношу пигмент, ну, потом его попробуем кисточкой. Ну, кисточкой тоже довольно неплохо получается, но кисточкой мне больше уже нравится наносить такие тона, как песочный, земляной. Резина, она сильно... Не надо, чтобы так явно было видно пигментом, так ее лучше натереть. Песок уже более натурально смотрится, когда кисточкой. Ну, так вот получается, потом пройдем рукой. Вотрем пигмент лучше, чтобы был. Ну, вот так продолжаем делать каждое колесо. Ну, вот сделал все колеса. А теперь так вот аккуратненько рукой снимаю излишки пигмента. Ну, потом сверху начнем песочек наносить. Вот, каждое колесико прохожусь. Смотрю, как получается. Вживую, наверное, это лучше видно, чем через камеру. Но постараюсь хоть как-то показать. Теперь наносим светлый песочек кисточкой и смотрим, что получится. И тоже опять же втираем вот так вот пальцами. Ну и так продолжаем все колеса делать. Закончил с колесами. Теперь приступаем делать грязь под крыльями. Тоже сильно пачкать не буду. Взял немного песочного цвета и глины. Сейчас это разведу White Spirit, использую тикурила, который без запаха. Вот. И вот такой смесью
намажу, дам просушиться. И потом сухой кисточкой пройдусь и лишнее поубираю. Вот так вот делаю. Можно поэкспериментировать, там еще какую-нибудь землю потом по сухому втереть. Посмотрим, что получится. Так. Так вот, сверху вниз движениями. Более натурально было. Хотя я думаю, здесь колеса большие, они станут и не будет даже сильно и видно, что там творится. Ну, больше для себя. И тоже пройдемся по граням. Вот так вот. Теперь дадим просохнуть, посмотрим, что получится. Ну вот, дал подсохнуть. И теперь излишки прошелся сухой кисточкой и повытирал. Не было сильно много на модели пигмента. Прошелся. Так вот получается потихонечку. Будем ставить его на колеса. Продолжаем сборку дальше. Вот, друзья, вклеил колеса, обработал днище пигментом, задние колеса. Теперь даем просохнуть, чтобы все склеилось, приклеилось. Вот. Будем уже потом делать финишную тонировку модели немножко. Я сильно ее не буду пылить. Немножечко припылю. Вот. Вот такая вот получилась модель. Пока на колеса ее не ставлю, чтобы хорошо приклеились. Вот. Ну, смотрите продолжение. Уже, наверное, думаю, следующая часть будет финальной. Поставим автомобиль на колеса. Спасибо большое за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.